Елене Зайцевой и Геннадию Дронову зачитали обвинительный акт. Это водители, которых обвиняют в ДТП в Харькове, которое произошло в октябре минувшего года. Тогда, напомню, погибли 6 человек. Сегодня в суде заслушали иски пострадавших, но в начале заседания адвокат Дронова попросил выпустить подзащитного из клетки. Суд отказал. Ходатайство об отводе судьи тоже не было удовлетворено. Елена Зайцева, как и ранее, признала себя виновной. Геннадий Дронов нет. Следующее заседание назначено на 1 марта.